Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Много смотрю ваш канал, но пока не встретила, как правильно выстраивать исповедь. Нужно, например, назвать и заявить, и вкратце описать, или как-то по-другому. Разъясните, пожалуйста. Разъясняем. Нет такого апостольского правила, которое бы говорило, исповедоваться надо вот так, вот так, вот так, вот так. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Это творческое явление. Это крик души, которая осознала свой поступок как вредный для себя, для окружающих, греховный, как то, что от Бога тебя отдаляет, а не то, что приближает тебя к Богу. О том, что вокруг привносит только духовным смрад и грязь. Ты хочешь от этого очиститься. Вот. И ты бежишь на исповедь. Сначала говоришь в момент осознания поступка как греховного: «Господи, прости, не ведала, что творила, не ведала, что творю», как советует святоправедный Иоанн Кронштадтский. Вот осознал поступок как греховный, сразу кайся Господу Богу. Вот раскаивайся. Но одно дело раскаяние, другое дело покаяние. Вот мало осознать поступок, надо попросить у Бога прощения. Не так, как Адам говорил, мол, сам виноват. Жена, которую ты мне дала, он мне дал. Вот, Господи, зачем ты мне дал язык, чтобы я осудил ближнего своего? Вот надо было, чтобы я днем родился. Да? Ну, знаешь, бойся своих желаний. Вот, поэтому, когда ты ощущаешь, осознаешь поступок как вредный, как греховный, кайся сразу. Но да не будешь ты бой, как с Иудой, который раскаялся и удавился. Вот, иди, говори с Богом. Вот, в присутствии священника. «Ибо что вы разрешите на земле, будет разрешено и на небеси. Что вы свяжете на земле, будет связано и на небеси». Вот так или иначе, власть это у священства есть. Но все равно это разговор ваш с Богом, а не с нами. Многие так и начинают исповедь. «Каюсь Господу Богу моему и тебе, честный отче». Многие говорят сразу, вот, минуя нас: «Господи, каюсь тебе в том-то». Естественно, такое словоупотребление не предполагает длинных речей в стиле психоанализа у дедушки Фрейда на кушетке, объяснение всех обстоятельств, имен, участников, троюродных братьев, о том, какая погода была в этот момент и какой был дуб в стиле «Войны и мира» Льва Толстого. Вот на 3 страницы описывайте нам, какой был дуб, у которого творилось беззаконие. Не надо нам включать Льва Толстого. Не надо. Включайте совесть, включайте сердце, включайте ум. И будьте кратки. Если священник попросит подробностей, расскажете. Достаточно сказать: осудила того, кто-то услышала по телевизору что-то, осудила. Вот, брат осудила, жену, мужа, вас, батюшка. Нет, так не надо говорить. Батюшки тоже люди живые и запомнят. А кто-то начнет сверлить тебя глубже. А в чем осудила? И начнется не исповедь, а выяснение отношений. Оставьте подробности за скобками. Осуждала, хватит. Но на самом деле настоящий грех, который душу терзает, он просто, который хочет выйти наружу, вот как гной какой-то, вот, он, ты найдешь какие слова, какими словами его изъять из себя, каким скальпелем сделать надрез. Кто-то слезами, со слезами, кто-то без, кто-то в подробностях, кто-то без. Но священник, если что, подкорректирует. Если за тобой будет стоять еще 150 человек на какой-нибудь праздник, как на Пасху, каждый 10-й приходит: «Батюшка, я впервые на исповедь». И такую тетрадочку, ну, 36 листов, да, у тебя уже через 5 минут выходить перед плащаницей, канон читать. Оставьте длинные исповеди, первые исповеди, не на Пасху, друзья мои. Очень вас прошу общения на любой большой праздник. Просто придите в любой будничный день, спросите у свечницы,
церковной лавке, есть ли дежурный священник, если нет, то спросить, когда можно прийти и посповедоваться вне богослужения. Если на службе, то в какой день там людей поменьше. Вот это очень важный момент. Есть некоторые священники, чаще всего в монастырях, где времени у батюшек много, где священник исповедующих десятка-полтора, которые прямо требуют рассказать обстоятельства греха. Это такой... Это не делает исповедь более действенной. Вот, мол, чем подробнее расскажешь, тем точнее Бог тебя простит. Но у этого есть некоторый психологический эффект, потому что некоторым, ну, чаще всего женщинам, так кажется, что когда я в подробностях все расскажу, вот тогда уж точно Господь все простит. Но нет, особенно если касается каких-то блудных грехов. Да запрети там, Господь говорит подробности, кому-либо то ни было. То есть есть предмет, там есть измена или еще что-нибудь. Вот, все, вот, закрывайте ротик на замочке и не пытайтесь вот, смутить батюшку своими рассказами, особенно там монахов целомудренных. Это такой важный момент, и думаю, об этом стоит сказать. И если вы будете исповедоваться часто, то вы, в принципе, поймете настроение священника, который регулирует твою исповедь или просит увеличения рассказов об обстоятельствах сотворенного греха или, наоборот, уменьшения. Ну, потому что если каешься в тщеславии, ну, а что именно? Ну, вот я считаю, что я умница, все остальные там, тупые. Ну, как бы да, вот. Не надо так считать, иначе упадешь свысока и сильно нос разобьешь, и не только нос. Вот. А если вот я сдал экзамен, сдал ЕГЭ на 100 баллов и радуюсь этому, вот каюсь в тщеславии, ну подожди, ну не грех же радоваться. А ты считаешь все остальные глупцы и лентяи, а только ты молодец? Да нет, что-то все работали там, в мире сил, там, не всем так легко дается, как мне. Ну и слава Богу, так греха-то нет. Бывает часто действительно в лишнем вы каетесь. Сам приходит какая-нибудь 80-летняя бабулечка и говорит: «Вот батюшка, вот каялась, молочко в пост пила. Ну какой это грех, боже ж ты мой. Это тебя как лекарство. Ты там молочка не попьешь, котлетку какую-то на пару не съешь, творожку не погрызешь своим беззубым ротиком, так ты до храма не дойдешь. Да ешь на здоровье, тут нет в этом греха. Богу не нужны там живые трупы, до храма не дошедшие». Но нет, нет, грех, грех. Поэтому иногда нужны обстоятельства. Поэтому желаю вам нащупать вот правильный путь, верный, четкий. Пусть у вас будет один духовник, который будет знать вот бэкграунд всех ваших грехов, все ваши жизненные обстоятельства. И чем лучше священник знает вас, тем меньше приходится тебе говорить на исповеди. Вот так. Так что многие нюансы вы поймете уже на этом пути, находясь внутри ситуации. Главное, не готовьтесь к исповеди по этим брошюркам «613 грехов для женщин» или «Подготовка к исповеди», там, 1275 самых популярных грехов и в таком духе. Вот это только там, смущает, особенно разделы каких-то блудных грехах. Там столько нового узнаешь. Батюшка, а что вот это такое? Что такое молокия? Это когда молоко кисло продаешь, как свежее? Да нет, это пассивный гомосексуализм. Так что иногда надо поговорить, иногда стоит помолчать. Вот, настройтесь на правильный лад со своим духовником, священником, которому доверяете, и будет вам духовное счастье. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.